Вот, посмотрите. У ней мама рядом лежит. Вот, Чинарева Евстигния Ивановна. Это моей мамы мама, то есть моя бабушка. А мамин отец, он на Карповке умер. И там похоронен был. И вот мы решили с мамой там навестить всех. И она, старые, которые люди были, хоронили нашего дедушку Чинарева Егора Илларионовича. И она спрашивает: а вы не знаете, где могила? Да там не разберешь, где. Но пошли и нашли. И мама упала на могилу и горько-горько плакала. Тятенька, не тятя, не папа, а тятенька звали. Прости меня. Главный грех, она считала, что без благословения родителей вышла замуж за моего отца. Он был парень такой, что к их кругу не принадлежал, любил выпить. Но он хороший, трудолюбивый, она его полюбила. Он очень видный отец был такой. И вот есть такой рассказ у Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Когда она возвращается, ищет его, от которого ее увезли, она не вернулась, и пала на могилу и плакала. Один к одному. Вот эта история. Для молодых наказать: без благословения родителей не выходите замуж. Не женитесь. Потому что возврата к этому не будет. У старообрядцев это называется самокруткой, то есть без благословения. И мать уже сама, уже недалеко от грани, а все помнит то, кого нет. Родители умерли, а сердце ее точит вот эта самая печаль. Как я могла выйти замуж без благословения моих родителей? Вот что нужно помнить. Я когда считаю станционного смотрителя Пушкина, я выставил даже в интернете это. Один к одному. Это дочка, это мать и дочь. Вот так. Яко ангел сын заповедь о тебе, сохранит тебя во всех путях своих. На руках возьмет тебя, когда ты смеешь сатану ногу твою. На ад тебя веселится на ступице, заперет льва и змея. Яко на мяу пова, избавлю и покрою ее. Яко признакну меня, назовется мне святую, с ним будь сходу, изму его и прославлю его. Долготой дней исполню его, и люблю спасение мое. Слава Христу, на святому духу, на непрестного веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй, помилуй. О свящем мире, о спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О оставлении, о блаженной памяти приставшемуся, Господу помолимся. О Христа памяти, мраме Божьем и отчеке, и покоя тишины Божьей памяти Его, Господу помолимся. Господу помолимся. О неосужденном предстать и устрашенном престола Господа славы, Господу помолимся. Отпустите Сына и воздыхание, вселите его, и где же пресвящает свет лица Божия, Господу помолимся. Вместе свет, вместе власть, вместе покой, не верности праведники бывают. Господу помолимся. Господи, помилуй. О причтении его в недрах Авраама, Исаака, Якова, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Твою благодать. Господи, помилуй. Милости Божьей, Царство Небесное, оставление грехов, испросивши тому и сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко ты есть и воскресение жизни, покоя собственного раба твоего Иосифа, Христе Божий наш, и тебе славу воссылаем. С обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим и Творящим Твоим Духом, ныне присно во веки веков. Аллилуйя, 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 блажение избрал и приял еси, Господи. Память их в рот и рот. Подавай.
имя, спаси, спаси имя. Благослови Ти, Господи, научи меня оправданию Твоим. Акция Божия проповедавши, и заклани бывшие окули овцы, и в жизни не старейми свечи, и преснослужи приставшиеся, так упременно мученицы молите, да Богом решение нам дорогочи. Благослови Ти, Господи, научи меня оправданию Твоим. Сегодня 25 сентября 2013 года. И вот решили тут панихиду в Потеряевке справить. Отец Аким служит. Позвонили мне, я припоздал маленько, в другом месте был. На велосипеде и успел. Всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якогда Господь Бог, Господь ученик души Его, еже праведные упокоиваются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов Его, Его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Господу помолимся. Боже, духовно всякие плоти смерть по праву дьяволу прозвижет миру Твоему, даровавый сам Господи, упокой душу усопшего, раба Твоего Иосифа вместе, светлый вместе, злащий вместе, покойнее, отнюдь избежи болезнь, печали, воздыхание и всякое согрешение, содеянное им словом, делом или помышлением, яко благий человека любит Бог, прости,
Яка ні чоловік і жив буде, ти не согрішить, ти один кромі гріха, і правда та правда во віки, і слово твоє істинного. Яка ти єсі воскресіння житті і покою усопшого, раба твоєго Іосифа Христе Боже наш, і тебе славу висилаємо з обізначальним твоїм отцем, і пресвятим, і благим, і творящим твоїм духом, нині присно, і во віки віков. Всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог наш учинит души, и они же все праведные упокоеваются. Господи, помилуй. Царство небесное, оставление грехов Его, у Христа бессмертного Царя, Бога нашего проси. Господу помолимся. Боже, духов и всякие плоти, смерть по праву делал и дьяволу празднив, жат миру Твоему дарвал. И сам Господи, упокой душу усопшего раба Твоего Иосифа, вместе свет, вместе злащи, вместе покойни. Отнюдь избежи болезнь, печали, воздыхание, и всякое согрешение, содеянное им словом, делом или помышлением, яко благие человека любит Бог, прости, это не человек, конечно, будет и не согрешит. Ты бы один, кроме греха, и правда Твоя, правда во веки, и слово Твое истинное, как ты есть и воскресенье. Жизнь и покой усопшего раба Твоего, Иосифа Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем. С обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Моя сила, Бог, Господь.
чистого, Господи, празднуешь. Покой, Господи, душу усопшего, раба Твоего. Покой, Господи, душу усопшего, раба Твоего. Слава Твоему Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Божьим светом Твоим Боже, утренней чеки души любовью озаримаюся. Я в едике Слове Божьей, в истине за Бога, от брата греховного взимаю. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Слава Святому и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Житейское море, возлезаемое зря на пасти горею, и кому пристанище Твоему притекло тяну. Простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Я когда Господь Бог наш учинит душу Его, еже все праведные упокоиваются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов Его у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просит. Господу помолимся. Боже духов и всякие плоти, смерть по праву делу упразднив, жет миру Твоему даровав. И сам Господи упокой душу усопшего раба Твоего Иосифа, вместе светли, вместе злаще, вместе покой, не отмилы же беже болезни, печали, воздыхания. И всякое согрешение, содеянное им словом, делом или помышлением, яко благи человека, любит Бог, прости. И конец человека жив будет и не согрешит, ты бы один кроме греха, и правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истина. Яко ты си воскресение жизни, покой усопшего раба Твоего Иосифа Христе Боже наш. И Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и творящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Преподобным отроком холбежа, опаляющие, береги.
Боже, Отец наш, покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. И сбой не преподобный рос, и источил и Творище Христе, тут мое же хотите, Тя превозносим во вся. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Бога, человека невозможно видеть, Ранее Боже, не смей чинять грехи и веровать, Тобой же всечистый и человеком, Слово плащенное Боже величающее, С небесными воитя ублажает. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Родница и Матерь Света, в песнях возвеличи. Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство, сила и слава Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно во веки веков. Духи праведны, скончавшиеся, душ раба Твоего спаси, упокой, сохраняй и ублажай жизни, я живу тебе, человека любче, покоище Твоем, Господи, и держи все святые Твои, упокоиваются, упокой души раба Твоего, яко единище человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и всем, кто же дыват у закона разрешивый, сам и душу раба Твоего упокой, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, и на чистой и непорочной, Дева Бога и всеми не родшая, моли спастися души. Повелиться милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божиих Стефана, Устинии, Марии, Иоанна, Валентина, Анны, Марии, Георгия, Иосифа, Анастасии, младенца Дии, Димитрия, и всех лежащих православных христиан, усопших в надежде воскресения и жизни вечной, же простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог наш учинит души их, где же все праведные упокоиваются. Господи, помилуй, Господи.
Господи, помилуй, милости Божией, Царство Небесное, оставление грехов и у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Боже, духов и всякие плоти, смерть по праву дьявола упразднившего, миру Твоему даровавый. Сам, Господи, упокой душу усопших раб Твоих, отрока Иосифа и всех здесь лежащих православных христиан, усопших в надежде воскресения и жизни вечной. Вместе свет, вместе злачный, вместе покой, не отбежи болезнь, печали, воздыхания. И всякое согрешение, содеянное ими словом, делом или помышлением, и ко благи человека, любез Бог, прости. Я конец человека жив будет и не согрешит, ты в один, кроме греха, и правда твоя, правда вовеки, и слово твое истина. Яко ты есть и воскресенье жизни и покой усопших, раб твоих, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем, за безначальным твоим отцем и пресвятым благим и творящим твоим духом, ныне присно и вовеки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая, героя, славнейшая, без сравнения, Серафим, без истинения Бога, слава рушую, сущую Богородицу, тебя величаю. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Живыми мертвым обладая, воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, преподобных богоносных, Отец наших и всех святых, душу от нас представшего раба своего Иосифа, вселение их праведных учинит, недра храма упокоит и с праведными сопрещет, а нас помилует, яко благо человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Божьим Иосифу и всем зележащим православным христианам, усопшим в надежде воскресения жизни вечной, и сотворим вечную память. Я вот стою здесь на проулке бывшем нашем. Это столбы идут в сторону лагеря и в Корчево. Вот. А это вдоль нашей улицы. Видна моя первая голубятня. Вон на полу там, на земле. Голуби ходят, белые. Ну, напротив там дом Калашникова, бывший. Там у меня вторая голубятня. И вот сегодня батюшка пригласил. Там панихиду совершают. Люда попросила, Янчук. Видно, об Иосифе. Как раз сентябрь тут. Ну, память. И память — это хорошее дело. И пришли все его, брат Вениамин. Сестра пришла.
Василиса, мама Людмила. Это Устиновские едут. Вот с панихида, с кладбища. Это как бы у меня продолжение того, что я там снимал. Ну, руки трясутся, поэтому кадры прыгают. Сегодня 25 сентября 2013 года. Вон она, Елисавета за рулем. Вот, едут они домой. Потеряевка, Мамонтовский район Алтайского края. Видите, как хорошо в деревне. Прекрасно жить. Вот это они высаживают своих. Вот, Любовь Минаева. Направо она живет. Ну, а Устинова продолжает дальше к своей хате подъезжать. Хорошо быть вместе. Хотя были и на кладбище. Но уныния такого нету. Мы все смертные, мы знаем, что будет воскресение общее из мертвых. И поэтому с радостью поется то, что церковное. Конечно, надеяться на то, что за упокойная молитва кого-то избавит, это обман. Обман самый настоящий, когда люди неверующие. А во-первых, для тех, кто верил, внезапно умер, там прошло время после причастия, и поэтому помяни раба твоего считается. Ну вот, а раба твоего, вот погибший человек внезапно умер. И хорошо, что помнит, чтобы Господь упокоил все наши неудобства, все наши недовольства. Они ничего не значат в сравнении с тем, какой важный день настал для того человека. Он перешагнул эту грань. Как Пафнутий Боровской говорил, день страшный, которого никогда меня не было, никого не принимать. Не принимать. Нужно все дела свои так подбить, чтобы действительно сердце радовалось. Мы сделали все. Вот, отхожу.